Вообще все началось в чайной на Бакунинской, такой маленькой уютной чайной, которая сначала была вообще одной комнатой. То есть это был микромагазин, один подиум, на котором могла поместиться одна поляна, за которой всегда у нас было так достаточно шумно. Сидело там несколько человек, пили чай. Я там сам лично заседал первое время практически безвылазно. Потом потихонечку присоединилась еще одна комната. Что самое интересное, то, что эта чайная сохранилась до наших дней вот абсолютно в том же самом виде, в каком она находилась в 2010 году, в момент своего открытия. Чайные клубы, как многие, наверное, знают, чайные комнаты, чайные церемонии появились на Востоке, появились в Китае, потом они оттуда мигрировали в Японию, в другие страны. Сейчас чайный клуб — это, в общем-то, уже всемирное явление. Чем ценен чайный клуб? То, что ты можешь туда прийти и, будучи большим любителем, большим ценителем чая, увидеть подачу мастера, который чай любит и понимает, который раскроет для тебя чай, да, и почувствовать все грани напитка, увидеть, что же такое настоящая аутентичная чайная церемония. Также в клубе можно прийти просто отдохнуть, попить чай в непринужденной обстановке, без каких-то там специальных задач, просто как чилл-аут, такое пространство, где немножечко останавливается время. Хочешь уделять внимание чаю, или ты хочешь уделить время друзьям, с которыми ты пришел, погрузиться в тишине, в ароматы чая, поговорить о чем-то возвышенном, или ты хочешь просто посмеяться и улыбнуться друзьям или своим родственникам, с кем ты пришел в гости. Мы, кстати, всегда стараемся называть наших клиентов гостями, потому что для всех нас, для всех, кто работает в клубе, чай – это не просто напиток, это нечто большее. Сам клуб и сама атмосфера тоже значит немножко больше, чем просто помещение или просто какое-то такое вот заведение, там, кафе. Клуб – это всегда было что-то такое домашнее, уютное, что-то очень свое, что-то очень теплое. Когда ты приходишь в клуб, ты просто пьешь чай, общаешься с друзьями и не замечаешь, что где-то там, совсем буквально в двух шагах от выхода из клуба, мегаполис, какая-то жизнь, куда-то все спешат. Вообще, каждый наш клуб – это такое, скажем, уникальное место, потому что мы все сами находимся в поиске какого-то такого идеального дизайна или формата, или как оно будет оформлено. И нам хочется вложить какую-то частичку себя в каждое заведение, и поэтому кстати, что-то новое придумаем. Хоть мы называемся условно там сетевым проектом, у нас каждый клуб разный. Например, у нас есть наша Бакунинская, как я уже говорил, такая цитадель, такое уже наработанное пространство, когда, знаете, как вот старые рестораны где-нибудь в Европе, потихонечку чайные клубы тоже, они превращаются в такие места, которые уже имеют свой дух. И Чистые пруды, наша тоже такая вот центровая, самая удобная по доступности, пожалуй, чайная. Когда спускаешься в подвал, ты тоже отключаешься от внешнего мира совсем. Потом чайная на Дмитровке или клуб чайной культуры. Это, в общем-то, первый чайный клуб России, который раньше был Садор Эрмитаж, потом переехал на Малодмитровку, а потом перешел под наше управление. Мы тоже сейчас его развиваем, поддерживаем. Там сейчас у нас проходят и большие мероприятия. Это, в принципе, самый большой именно клуб, потому что там есть еще отдельные большие комнаты, где можно уединиться и попить в таком закрытом пространстве чай. Там у нас чайная школа проходит, но и много других каких-то мероприятий, событий. Стараемся тоже оживлять пространство. Там живет у нас очень много рыб и всяких разных других земноводных, которые тоже добавляют жизни в это место. Пробуем разные форматы, и мы в прошлом году запустили чайный проект, такой дегустационный центр на Даниловском рынке, где построили такой, можно сказать, чайный бар, чайный домик наш, да, где тоже можно попить чай, то есть тоже чайно, но находится в такой обжиленной обстановке. Мы делаем чай на чай-машине, такая переделанная кофемашина. Делаем свои рецепты, очень интересные тоже напитки, необычные. Там тоже можно купить чай, чайное мороженое у нас там есть, какие-то сладости на основе чая, да, всякие такие необычные эксперименты. И где мы доказали гипотезу, то, что на самом деле чай, да, можно пить дома, можно пить на работе, можно пить даже на бегу, если хочется. Просто это другой формат. Будь то чайный клуб, будь то, может быть, небольшая чайная в торговом центре, как на Южной, которая, мне кажется, тоже очень здорово приживается. То есть чай очень благодатная почва для любых каких-то исследований и проб. Мы долгое время пытались понять, кто же все-таки любит чай, кто ходит в чайные клубы, кто находит в этом то место свое умиротворение. Самые разные люди.
приходят и студенческие пары, приходят и люди во время там ланча с бизнес-центра приходят и просто любят вот, посидеть спокойно, попить чай, и приходят молодежь, школьники, студенты, то есть вот все-все-все абсолютно самые разные творческие личности, естественно, все дизайнеры, художники, музыканты, естественно. Чай — это тоже, в общем-то, искусство, и в том числе и эстетика заваривания, эстетика предметной среды. Многие люди, кто пока еще не настолько глубоко погрузился в чайную культуру, они просто приходят, и им просто хорошо. И наша основная задача — сделать так, чтобы любой человек, кто захочет зайти в клуб, он может прийти и почувствовать именно эту частичку тепла, которую дает клуб и дает эта атмосфера клуба. Конечно же, чайная — это далеко не только там какое-то визуальное пространство, красота, хотя, конечно, это тоже имеет очень большое значение, но это, прежде всего, конечно же, люди. Это и люди, которые там работают, и люди, которые туда приходят. Я лично очень горжусь нашим коллективом, который просто отличный, каждый человек может про него рассказать целую небольшую историю. Человек, который приходит в чай, он уже изначально стремится к чему-то. Это человек ищущий, который хотел найти какое-то увлечение, которое многогранно, интересно, полно раскрывает самые разные части жизни, отвечает на многие очень вопросы. За этим, я думаю, люди и ходят в чайные клубы, чтобы стать частью вот этой культуры, этого движения и получить, может, какое-то новое знание, новый опыт. И потихонечку, конечно, у каждого уже дома начинает образовываться свой маленький чайный клуб, потому что хочется себе тоже повторить эту атмосферу. Тогда уже, пожалуй, ты становишься настоящим, можно сказать, чайным человеком, когда ты погружаешься в это немножко глубже. Но, как я уже говорил, глубину каждый выбирает сам. А главное — это чай.